В результате конфликта, произошедшего в местах компактного проживания таджикского и кыргызского населения, произошедшего 13 и 14 марта 2019 года, погибли двое жителей Исфары, более 20 получили различные телесные повреждения. По словам жителей джаматов Чоркух и Вурух, аналогичные конфликты, связанные с вопросами земли и водоиспользования, возникают уже на протяжении нескольких лет. Как отмечают старейшины, первый конфликт, связанный с использованием земли, произошел в 1974 году в селении Вурух. Эту верхнюю зону называли Охтетар. Это были наши земли. Когда колхоз посадил саженцы деревьев, пришли киргизы и начали их ломать и срывать. То есть не дали освоить наши земли. В результате начали возникать конфликты. Это было в 1968 году. Если взять в общем 168 гектаров земель территории Хаджей-Ало, используются киргизами. Граница не определена. Говорят, территории спорные. Нам выделили 10,6 гектаров приусадебных земель, прошло 5 лет и до сих пор не разрешают осваивать. Почему? Потому что киргизы не дают разрешения на стройку. Почему мы не можем строить на своих землях? И это при том, что киргизы уже давно возвели свои дома.